Это программа «Вера. События. Люди» в студии. Валерия Шереметьева. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. Рождество Пресвятой Богородицы. Первый 12-й праздник года прошел на минувшей неделе. Древний христианский крест. Удивительная находка музея-заповедника Танайс. День рождения станицы Александровской праздновали в Ростове-на-Дону. Всечестное твое Рождество, Пресвятая Дева Чистая, ангелов множество на небесе и человеческий род на земле ублажаем. В Донской столице праздновали Рождество Пресвятой Богородицы. Подробности в нашем сюжете. Сейчас время осени, и в ней предпочтительное место занимает этот месяц сентябрь, который служит для нас первым месяцем и началом года, когда и дело нашего спасения возымело свое начало, что мы и празднуем сегодня. Так пишет святитель Григорий Палама о празднике Рождества Пресвятой Богородицы. Кафедральный собор – главный храм Ростова-на-Дону. Сегодня, в день престольного праздника, он пока на реставрации, но уже ощущается радость приближающегося торжества Великого Освящения. В течение почти 7 лет мы с вами находились в стесненных условиях, но благодарение Господу никогда перед образом Пречистой Богоматери ни в какие, ни в холода, ни в жару, ни в самые неблагоприятные условия не прекращалась молитва о том деле, которое мы совершали по реставрации и возрождении соборного храма в честь ее Пречистого Рождества. Что может принести человек Богу? Только плоды своих трудов, отдавая твоя от твоих. За всю историю собора здесь никогда не проводились столь масштабные работы. Белоснежный красавец с золотыми куполами уже совсем скоро примет прихожан и паломников. Когда на Донской земле появились первые христиане, есть большая вероятность, что это произошло задолго до крещения Руси святым благоверным князем Владимиром. Когда здесь был построен первый храм? Ответы на эти вопросы пытались найти наши корреспонденты. Донская степь, бесконечный простор, широта и свобода. За окнами быстро движущиеся машины, привычный пейзаж. Ну вот поворот по указателю, и мы оказываемся почти что в прошлом, причем очень далеком. Археологический музей-заповедник Танайс. Удивительная находка здесь была сделана еще в 2002 году, но кроме узкого круга ученых о ней никто не знает. Ну вот у меня в руках свинцовый крест, как стало понятно в результате металлографического анализа, который мы проводили с помощью наших коллег из Владимирского университета имени Столетовых. Это крест раннехристианский, свинцовый, ранее считал, что он оловянный, как бы мы уточнили этот момент. Это крест 5-6 веков, один из самых ранних на территории нашей страны, обретенных во время археологических работ. Так считают ученые музея-заповедника. Археология – отрасль исторической науки, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Где же нашли этот вещественный источник, который нам удалось увидеть в музее? Постройка 2 находится вот здесь, имеет хозяйственное назначение. Постройка 1 находится на территории Клумбы, и она имеет, собственно говоря, непонятное назначение на самом деле. И к постройке 1 примыкает небольшая пристройка, которая ориентирована на юг, она находится там. Собственно говоря, это все создает один комплекс, но если постройка 2 – это комплекс жилой, то прямое назначение постройки 1 нам неизвестно. Постройка первая – это то, что могло быть храмом. Обращен он не на восток, а на юг. Но это вполне в традиции первых веков христианства. Тогда алтари строили, ориентируясь на святую землю, а для нашей территории – это юг. Собственно говоря, что касается Танайса, у нас вот кроме креста и вот этой постройки, у нас прямых свидетельств христианства нет. Однако их нет не потому, что их нет, а потому что этой темой вплотную никто не занимался. Я не так давно подняла материалы раскопок 80-х годов на территории Цемлянска, ныне Цемлянского водохранилища именно. Там была гряда курганов, и материалы, которые были получены в ходе исследования, поступили к нам в музей. Среди этих материалов был серебряный византийский кувшин с клеймами константинопольскими и монеты, золотые византийские нескольких императоров. Византия – симфония церкви и власти. Она не просто развивала торговые отношения.
Там, где есть византийские купцы, обязательно были византийские христианские проповедники. Конечно, их наличие точно нам подтвердить не удастся, и их роль в распространении христианства на нашей территории нам пока непонятна, но что они могли приходить сюда вместе с товарами, которые сюда приходили, это, я думаю, достаточно аргументированная гипотеза, поскольку это настолько устоявшаяся для Византии традиция, насколько это возможно. Интересные находки, раскопки, древние города. Зачем все это нам сегодня? А ответ на этот вопрос есть во взгляде этой молодой девушки-ученого, в трепете ее рук, бережно достающих крест, и словах, простых и понятных. Я занимаюсь вопросами христианства Древней Руси, точнее, религиозно-культурного синкретизма, связи языческих традиций и христианской культуры с первого курса. Я закончила Южный федеральный университет, и все 6 лет, пока обучалась, я посвящала свою научную деятельность, свою работу именно этим вопросам. А в более позднее время, вот сейчас, уже на данный момент, когда стала работать в музее-заповеднике Танаис, я несколько переключилась и стала интересоваться вопросами раннего христианства. Это все-таки научный интерес, но в первую очередь это большая любовь, потому что так ты узнаешь свою веру с ее истоков. Вера – якорь обуреваемой природы, тихая пристань человечества, ясное зеркало невидимого, лучший учитель о единосущной Троице. Так говорили о ней святые отцы. О вере, событиях, людях. Виктория Честникова, Дмитрий Никулин. Паломничество на святую землю. То, что сегодня стало возможным, относительно недавно казалось несбыточной мечтой. О первой паломнической поездке в Иерусалим, организованной в Ростовской-на-Дону епархии 4 века назад, в нашем следующем сюжете. Василий Николаевич Хитрово – российский государственный и общественный деятель, писатель, основатель, почетный член и секретарь Императорского православного палестинского общества писал: «Неужели для того, чтобы верить, для того, чтобы молиться, необходимо идти в Иерусалим, видеть гору Елеонскую или молиться на Голгофе? Неужели нельзя тоже сделать у себя дома или в любой церкви? Конечно, можно, но при этом, в свою очередь, позволю себе сказать, вы, конечно, не менее моего знаете, насколько мы дети привычки и насколько мы душевно грубые. Нам нужны сильный удар и возбуждение, чтобы заговорило сердце». В этом году, в сентябре, исполняется 25 лет, то есть 1/4 века, со дня или со времени этой исторической поездки. Первая паломническая поездка на Святую Землю, организованная в Ростове-на-Дону, далекий 1994 год. Да, действительно, мы были первой паломнической группой, которая оказалась в Иерусалиме, и мы базировались на базе Горнего монастыря, и, конечно, это было огромное вообще эмоциональное ощущение. Ну, во-первых, все мы были первый раз в Иерусалиме. Во-вторых, это было время совершенно необыкновенных надежд в нашем государстве. Россия жила в предвкушении больших изменений, и многие изменения были связаны с нравственными изменениями, нравственных ценностей. Поэтому, конечно, для меня это было нечто такое возвышенное, к которому я стремился, потому что это было место земной жизни Спасителя и его крестный подвиг. Поэтому, естественно, конечно, я всей душой туда стремился, и для меня это было и просто интересно, и плюс к этому, ну, сакрально, скажем так. Поэтому, конечно, вот в этом смысле даже отрыв брала, что мы вот люди смертные, люди грешные, и вдруг мы оказываемся вот в таком вот месте, где ступали стопы самого Спасителя. На святой земле сердце человека говорит, кричит, плачет. Оно так радуется этой встрече с Богом, что зачастую те, кто едет помолиться о чем-то конкретном, что-то попросить, переполняясь любовью, могут только благодарить за эту великую милость. А проблемы и невзгоды, которые казались такими значимыми в жизни, становятся мелкими и незначительными. Храм Воскресения Господня и в особенности Голгофа, они потрясают. Вот они изнутри вот такое повергают в такое состояние, именно потрясение этого всего. И напротив, посещение Фавора, где было преображение Господне, сразу напомнило слова апостола Петра, который говорил: «Господи, добро нам есть где быть».
давай останемся, построим три шалаша тебе, Илье и Моисею. И вот я эти слова вспомнил, потому что там настолько покой и умиротворение. Там вот настолько вот душа отдыхает, что и в самом деле не хотелось оттуда уезжать. Одно из очень важных и знаменательных событий – это было крещение одного из членов нашей делегации, Юрия Борисовича Погребщикова. Бог судил мне его крестить в реке Иордан. И сам по себе факт принятия крещения – это великая вещь. И плюс к этому еще в реке Иордан. Вот эти вот два, я считаю, события, которые слились воедино, это, конечно, было очень большое дело. Ну и, на мой взгляд, конечно, вот он особый человек. Все-таки Господь ему споспешествовал в этом вопросе. Это был 94-й год. В моей жизни были серьезные личные испытания. Мне нужно было сделать определенные выборы, акценты в жизни. И я их действительно там сделал. В свое время я написал такое стихотворение: «И принявший Христа не младенцем в купели, не с крестом, не с мечом крестоносца, поверив в него, только с монахинь и Иерусалимской горней, понял я цену длины пути своего». На святую землю мы едем говорить с Богом на ушко. Но когда так можешь приблизиться к Нему, что сказать? «Только помилуй меня, грешного, и спаси, научи любить Тебя и ближних, наполни мое сердце, окаменевшее от грехов, Твоей любовью». О вере, событиях, людях. Виктория Чесникова, Евгений Смирнов, Дмитрий Никулин. Донская уха, казачьи песни и дружная люба. Гостями на дне рождения станицы Александровской стала наша съемочная группа. Станица Александровская. Название свое получила в честь родившегося наследника престола, будущего российского императора Александра I. С февраля 1962 года она стала частью города Ростова-на-Дону. Но боевое славное прошлое помнит. Ежегодно осенью здесь проводится праздник. Здравствуйте, дорогие гости, дорогие друзья. Сегодня нашей станице 243 года со дня основания. Наши предки, казаки упраздненного казачьего конно-азовского казачьего полка, поселились здесь, на Роговском стане, по велению войскового правления. Вот согласно традиции и обычаев мы продолжаем лепту наших предков и славных донских казаков. Слава тебе, Господи, что мы казаки! О, казаки, как уху варят! Вот это люба! Можно я вам попробовать дать на соль? Попробовать. Давайте. Потихонечку. Нет, это главный повар. А я на подхвате. Все хорошо, все прекрасно, нормально. Будем жить. Слава Богу, что мы казаки. Казак ничего не боится. Непогода только сплотила собравшихся. На знамени стоять смирно! Знамя внести! Шапки долой! Принимают присягу. Зачитывается список о присвоении казачьих чинов. Награждаются лучшие. Для кадетов это пример. Безумие православное, Дону и Отечеству. Много кадетов, ребят разного возраста занимаются спортом, ходят в наш Сретенский храм, воцерковляются, причащаются святых христовых тайн, исповедуются, ведут православный образ жизни. Для нас очень важно, чтобы казачата с детства росли в православной среде. И офицеры станицы Александровской, они делают все возможное, чтобы казачата росли крепкими, сильными воинами, духом и телом. Хотелось бы
пожелать атаману и всем казакам станицы Александровская, чтобы впредь они продолжали свое служение Богу, Родине, ближним, Тихому Дону, также воспитывая казачат в духе православной веры, любви и Отечества.
все дружно пели и танцевали, как это было раньше, когда собирались на праздник наши деды и прадеды. На этом наш выпуск завершен. С вами была Валерия Шереметьева. Всего доброго и до встречи.